Лидия Васильевна впервые на таком обследовании. Говорит, что нагрузку на беговой дорожке ощутила, но не очень устала. Такое обследование, хоть и своего рода стресс-тест, но, как говорят медики, оно должно быть комфортно для пациента. Немножечко была нагрузка, было не по себе, а потом сейчас уже, знаешь, уже нормально чувствую, и все хорошо. Новый аппарат УЗИ и беговую дорожку «Тредмил» кардиодиспансер получил за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения Рязанской области». Стоимость аппарата УЗИ составляет около 10 миллионов рублей, а беговой дорожки – больше 1 миллиона. В области это первый такой комплекс, единственный, который включает в себя ультразвуковое оборудование со стресс-комплексом для проведения стресс-эхо и тредмил, беговая дорожка, на которой пациент нагружается. То есть это исследование, ультразвуковое исследование сердца с нагрузочной пробой. Необходимо для раннего выявления ишемической болезни сердца. Обычно обследование длится примерно 90 минут. Есть 3 ступени нагрузки. Врачи смотрят, как сердце реагирует на них. Результаты обследования оцениваются коллегиально. Если мы выявляем ишемию, дальше проводится коронарография, и при наличии показаний проводится стентирование данного больного. То есть мы отодвигаем коронарное событие у этого пациента. И вот наша-то задача как раз выявить на ранних стадиях с тем, чтобы, если есть ишемия, мы вмешаемся, и тогда пациент у нас будет сохранит и трудоспособность, и не произойдет инфаркта. Такое обследование, как стресс-эхокардиографию, смогут проходить жители Рязани и области пациенты стационара и поликлиники кардиодиспансера по направлению лечащего врача. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».